железнодорожный вокзал Череповца – исторически знаковое для города место. С первых дней Великой Отечественной войны прифронтовой Череповец стали прибывать эшелоны с ранеными и эвакуированными. В здании вокзала открылся эвакопункт. Тяжело больных отправляли в местные госпитали, остальных кормили и везли дальше в тыл. Для перевозки раненых солдат были оборудованы специальные санитарные поезда. О работе госпиталей на колесах и о подвиге медиков в годы войны рассказывает новая череповецкая экспозиция. Вот так выглядел санитарный вагон времен войны до того, как стал частью новой музейной экспозиции Череповца. Вагон пришел на Вологодский вагоноремонтный завод для утилизации в металлолом. Пришли два вагона. Очень редкой постройки, постройки периода до Великой Отечественной войны. Из таких служебно-технических вагонов формировались военно-санитарные поезда. А я хочу напомнить, что 22 июня началась Великая Отечественная война, а уже 26 июня из цехов завода вышел первый и получивший свой номер 312 военно-санитарный поезд, который стал легендарным. Тогда руководство завода решило восстановить один из вагонов и создать в нем музей, посвященный 312-му эшелону. Второй раритетный вагон предложили Череповцу. Администрация города предложение приняла. Поезд решили установить рядом с перроном вокзала к 75-летию со Дня Победы. Специалисты завода реконструировали вагон, максимально сохранив подлинные детали. Материал отделки стен поезда, систему вентиляции и освещения. А еще полностью восстановили колесные пары, тормозное устройство. В январе 20-го отреставрированный вагон своим ходом прибыл в Череповец. Его заполнением занялись сотрудники музея. В Вологодской области был размещен распределительный эвакуационный пункт ТРЭП-95. Он был самый крупный советской армии. Его управление было в Вологде, и ему принадлежало 57 эвакогоспиталей и 60 военно-санитарных поездов. Наш вагон – это обобщенный образ ВСП, которые принадлежали РЭПу-95. В фондах музея оказалось немало подходящих экспонатов – мебель, посуда или, например, складной патефон. Такой удобно было носить по вагонам и ставить пластинки для раненых. Занавески воссоздали по фотографиям, вышивку сделали в местном ателье. Точно такие же занавески были в санитарном поезде 312. Часть экспонатов передали в медсанчасть и городские аптеки. Да и жители приносили вещи того времени. В каждом купе музейного вагона в миниатюре представлены все службы санитарного поезда – операционные, вагоны для тяжелораненых, аптека, прачечная, пищеблок, мастерские, штабной вагон и даже вагон-ферма, в котором держали куриц, коз и поросят, а на крыше выращивали зелень. Далее мы проходим мимо купе для легкораненых. Обычно было 7 вагонов для легкораненых. Они напоминали обычные купе, плацкартные, но в то же время отличались удивительной чистотой. И, как писала Вера Панова, мы старались сделать вагон очень красивым, уютным, расшитым. Потом мы останавливались на станции, и в наш красивый поезд, стуча костылями, заходила сама война. Мы с вами святая святых военно-санитарного поезда в операционных. В дороге бывало всякое, бывали гангрена, флегмона, и, конечно, приходилось проводить срочные внеплановые операции. Поэтому операционный стол у нас имеется. В годы войны на фронт ушли больше 700 тысяч медработников, врачей, фельдшеров, медсестер. Благодаря их труду в строй вернулись свыше 70% раненых. Среди известных медиков есть и череповчане. Военный фельдшер Иван Кольцов, хирург Николай Амосов, хирург Михаил Ахутин и другие. О подвигах череповецких медиков музейщики тоже рассказывают посетителям санитарного поезда. Открытие экспозиции «Поезд милосердия» приурочили к годовщине окончания Второй мировой войны. И сразу открыли ее для посетителей. Экскурсии расписаны буквально по часам. Новый музей пользуется спросом не только у череповчан, но и у тех, кто бывает в городе проездом.